Ну и всем привет, сегодня с вами снова Дронов, и давайте вам сейчас кратенько напомню, что было в прошлой серии. Начнем с того, что мы зашли на открытие нового сервера Amazing Online Rose, где я сразу сходу Квизант у меня поднимает в казино с 200 тысяч рублей 5 миллионов и дает мне в долг 1 миллион на покупку моей первой машины. Mazda RX-8. Далее я на этой Мазде приезжаю на БУ постоять вместе с моим другом, и ко мне подбегает какой-то рандомный чел, который просит довести его до автосалона Mercedes за 30 тысяч рублей. Я, конечно, думаю, 30 тысяч не будут лишними, и довожу его с радостью. И по приезду он мне дарит 1 миллион рублей. Ну, а что будет в этой серии, это вас, возможно, повергнет в шок. Я лично охуел, извиняюсь за выражение. Потому что... А что вам рассказывать? Все увидите в серии. Мне нравится вот эта картина. Тут у автошколы, как все на этой остановке стоят, и автобусник не может нормально подъехать. Просто даже полдороги закрыл, чтобы встать. Прыгнул. Опа, ща буду шашки. Что ты машину забрал? Щеманулись. А ты на чем хоть пытаешься? Я на транзите. Давай. Еще вперед. Все, вояк пощемил тут чуть-чуть. Нормальный призыв у них. Поступает снова звонок от Квизанда, в котором он мне сообщает, что он выиграл 15 миллионов в казино. Напомню, мы играем второй день уже. Ну, долго не думая, я беру у него в долг. Точнее, он мне дает в долг 4 миллиона, чтобы я купил себе Кадиллак Эскалейд. Че он там хочет? О, трава. Че мне? Как, ну, типа, нет, оружие сделать, чтобы оно не... На эту. Продашь. Не, на Е. У меня на Е оно, типа, откроется. Да, это база. Так, мне фиксируем. У меня в нике... Вот тут же максимально 20 символов, а у меня Евгений Вознесенский 21. На одну Ай убери. Типа Евгений... А ты Вознесенский И? Да. На одну Ай убери. Черный бери только. Ну да. А? Давай этим двум дебилам по Ниву купим, блядь. Раз будет кортеж нахуй. Гелик, эскалейд, две Нивы. Ой, папин танк нахуй. Ну, блин. Слушай, он высокий, конечно, прям. Ну и хочется снова выразить огромную благодарность Квизанду. Если бы не он, я хуй знает, как бы мы дальше развивались. Поэтому в описании под видеороликом я оставлю ссылку на его канал. У него есть старое, правда, видео по амазингу. Я надеюсь, он сделает новое. И, пожалуйста, передайте ему от меня большое спасибо. Короче, рассказывай историю жизни. Погоди, масон. Общественное масон. Место. Вот, рассказывай, короче, историю жизни. Было мне лет 12, я ночевал у друга, блядь. А рядом, короче, через дорогу стоит эта психушка, но она заброшенная. Вот. Ну там сколько? Пятиэтажная она. И она длинная, пиздец. Особняк? Какой нахуй особняк? Целый, блядь. Ну вот ты знаешь, как вот, ебать, как тебе сказать? А, знаю, вот, там, давай, давай дальше. Вот. Короче, длинная и высокая пиздануться, вот. Ну мы что-то, блядь, ночью, короче, решили туда покажи. Пойти, блядь. Что-то 2 часа или 1 час ночи идем туда, все, через забор переезжали. Я снимаю. И просто, короче, прикинь, нам было по 12 лет, ясен хуй нам страшно, но, блядь, как-никак пиздюки, вот. Ну и что-то, на, просто вот через эту решетку заходим. Подожди, и этот, блядь. Тут рекламная пауза. Почухай мой писюнчик, пожалуйста. Я снимаю. Слышите? Вот, и, короче, что-то это, блядь. Заходим в это здание с другом, получается, и идем на лестничный проем. А там лестничные проемы, типа, были вот между ними был промежуток, ну, примерно, блядь, меньше полметра. Вот. Потому что перил не было, нихуя не было. И, короче, уже поднимаемся где-то на второй этаж. Мы пиздюки, нам пизда страшно. И слышим, короче, звон. С предпоследнего этажа, думаем, ебануться. Мы, ебать, стоим в панике, нахуй. И тупо, блядь, мой друг, нахуй, такой.
а что будет, если поднимемся наверх? Я говорю, ну нихуй знает, типа, хуё моё. И тут топор нахуй летит с пятого этажа, блядь. Фу, блядь, вниз нахуй по лестнице, чтоб ты понимал. Я, ебать, не на шуточку обосрался, прикинь, топор нахуй ночью летит, блядь, психически больной, блядь. Да, у меня в ДБД такое же было. Мы, короче, ебать, не раздумываясь, просто бежим в подвал. Долбоёбы, в подвал забежали, прикиньте. А мотор-то починили? А? Мотор-то починили? Какой, бля, мотор? Ну, в ДБД. В смысле? В прямом. Да погоди, слушай, и мы побежали, короче, в этот... А, вот, и побежали, да, блядь, да, заебали, починили, блядь, теперь уже говорю, это слово, починили, блядь. Сейчас вот, я, парни, подъеду. Давай, и забегаем, короче, в подвал, и просто... А там выхода нихуя нету, и все, и нам, вот на тот момент нам пизда стало страшно, мы сели просто, сидим, молчим, нахуй. Просто, поехали, блядь. Слетаем, да? Поехали на рынок Южного. Конец истории-то какой с подвалом? А? С подвалом-то чем закончилось? А. Давай, я снимаю. Ну, короче, услышали шаги, и там кто-то спускался в подвал. Смотрим, две девки пьяные стоят. Мы думаем, можешь выебать их нахуй. В итоге они нас чуть не охуячили там, бля. Охуенно выебали. Да мы шулили. Я, короче, смотрю на друга, ебал, у него уже там это, бля. Болт нахуй привстает, я думаю, ебай, куда ты пялишь нахуй. Я пойду спать, спокойно. Они свинишком, поняли? Свинишком стали. А нахуй, собственно, я иду спать, блядь. Давай. А, доброй ночи. Все, пока. Давай. Давай. Мама просто спать зовет. Давай, давай. Реально исчез. Вот. И это. Ну, сам понимаешь. Две пьяные тёлочки, нахуй, нас двое. Ладно, было бы нам, ну лет бы. А пусть что там, будет дальше, вы узнаете после рекламной паузы. По 16 бы, ладно, хотя было. Там 12 лет, 12-13 лет там было. Ага.